Всем привет, ребята, с вами Алекс Волфинг, и снова видео, да, что-то зачастило как-то с видосами. Надеюсь, вы это оцените и поставите мне приятный лайк, я снова сяду пилить другой видос. Да, все ради вас, ребятки. И сегодня мнение на Battlefield 4. Вы спросите меня, не затянул ли я, да, и почему я только сейчас высказываю это мнение, да, все просто. Мои руки только сейчас дошли до четвертой батлы, несмотря на то, что я очень сильно люблю эту серию, да, и играл чуть ли не с самых ранних серий этой игры. Но поговорю, в принципе, сегодня в основном только о одиночной кампании мультиплеера. Касаться не буду, потому что все и так все прекрасно знают, что мультик в батле просто охуенен. Ну и что про него рассказывать? Это лучший мультиплеер, по моему мнению, да, на данный момент. Несмотря на то, что Call of Duty уже давно там забил эту нишу, но батла есть батлой. То есть реально сногсшибательный, массовый, аркадный, крутой шутер, мультиплеер, the best of the best. Но сегодня все-таки мы поговорим о одиночной кампании, да, потому что только по ней можно, в принципе, высказывать какое-то мнение, да, свое, потому что по мультику бессмысленно что-то говорить. Какая получилась кампания, да, у батлы? Тяжело сказать, что она получилась суперской, что она получилась крутой. Я бы не могу сказать этого, да, то есть были моменты, когда, ну, действительно было скучно играть, и я не видел, да, чего-то там экстраординарного, да, но все равно, по большому счету, впечатление осталось исключительно положительное. Потому что, когда ты заканчиваешь играть, да, ты видишь все концовки, да, ты делаешь выбор, ты о чем-то задумываешься, да, и каждая концовка, она как-то заставляет тебя иначе смотреть на мир, на жизнь, на то вообще, какие выборы мы совершаем, да, в своей жизни. Зачастую они у нас получаются неверными, ошибочными. Это, опять же, очень философский вопрос, и это можно обсуждать бесконечно долго. Поэтому сегодня мы поговорим о батле, да, как все начинается. В принципе, начало мне очень понравилось, да, особенно когда все боевые парни сидят в машине, мат-перемат. Опять же, ты должен стрелять, выбора у тебя нет никакого другого решения, ты делаешь то, что тебе сказали. К сожалению, вы теряете бойца, все очень плохо, но ваш отряд все равно направляется на спасение жоп наших, да, жоп обычных граждан. И вот вы в главной роли, да, вы бежите куда-то, стреляете, где только вы не оказываетесь, ураганы, смерчи, пустыни, да все подряд, честно, чего только не было, да, в локации Battlefield 4 и огромные сияющие здания, и да, все, короче, было, да, моря, все, что только можно. И какое мнение остается после того, как ты поиграл в батлу? Мне оно всегда было приятным, мне всегда нравилась батла в том плане, что это отличный шутер, что в него интересно играть, в нем интересно стрелять. Но у батлы все-таки был всегда один минус. Сука, ну компания, но она не тащит, да, вот, несмотря на то, что все ругают Call of Duty, да, говорят, Call of Duty говно, Call of Duty параша, графа не развивается, геймплей не развивается, но все равно. Бывает, изредка хочется поиграть в колду, несмотря на то, какое-то это говнище, да, потому что это просто тупое развлекалово, где постоянные взрывы, экшен, бух-бух, все что-то взрывается, происходит, это круто. Батла всегда была крута тем, что механика этого шутера, она просто офигенна. То есть в ней безупречно, просто охуенно, до оргазма приятно стрелять. Приятно наблюдать на все разрушения. Приятно вообще играть в этой песочнице. Да, конечно, боты, может, не супер интеллектуальны, да, но все же. Батла тебя развлекает, вот действительно, она тебя развлекает. Не так, как это делает Call of Duty, да, с своими взрывами. Батла тебя развлекает своим геймплеем. В принципе, как раз чего и не хватает колде. Но когда все-таки ты проходишь игру, остается какое-то впечатление, ну, по большому счету, оно смазанное. То есть вроде бы ты прошел, вроде бы тебе все понравилось, но остался небольшой осадок, который можно было бы, в принципе, изменить. И, возможно, оно так и произойдет. Но я не могу сказать, да, что это
прям что-то изменит. Да ничего уже не поменять в этой игре, ничего не изменить. Игра такая, какая она есть. Но, в принципе, все равно, мне она понравилась. Я поиграл, получил удовольствие. Да, в принципе, по большому счету все. Что можно еще сказать? А так, если чудесами ваши руки не дошли до батлы, так же, как они не дошли до меня, или, ну, дошли, конечно, ну, спустя долгое время, да, уже сколько там, 3 года прошло или сколько, поиграйте, реально получите безупречный кайф, даже если фанат вы колды, доиграйте. Играйте, точно будете довольны, потому что я люблю поиграть как в батлу, так и в колду, поверьте мне. То есть я никогда не разделялся, да, на эти какие-то клановые войны, что одни за других, другие за других. Но честно, это игры. Здесь не надо искать соперничество какое-то. Просто получайте удовольствие, играйте и наслаждайтесь. Что еще нужно после там долгого рабочего дня, пару раз, пару часиков или часик побегать, пострелять. Просто опять же как-то свои нервы успокоить. То есть мнение у меня в этот раз такое, я надеюсь, оно вам понравилось, поэтому вы меня отблагодарите, а так вам сегодня хорошего дня, да, в принципе, наверное, по большому счету это все. Поэтому, ребятки, ради вас стараюсь, люблю, целую, уважаю. Давайте, ребяточки, пока-пока.